гора Сент-Виктуар. И сегодня мы с вами прогуляемся. Пешая прогулка на гору вместе с Еленой Ушаковой, моим верным, надежным товарищем. Лена сказала, что любит горы больше, чем море. Кто-то заботливо у подножья посадил различные плодовые деревья. Там мы увидели фисташковое дерево. Это фисташки. Гранат, конечно. Очень жарко. У нас немного, небольшой запас воды. И идем мы вот туда, почти на самую вершину. Первая остановка, первый привал в месте, которое любил Сезанн, так и называется, пристанище Сезанна. Видимо, отсюда он писал свою любимую гору. Тропа, исхоженная туристами. Точка красная, это значит, мы идем правильно. И посмотрите, какие овальные, стертые ногами камни. Это не от того, что ливни какие-то там, реки, полируют эти камни. Нет, рядом острые камешки, а по тропе они гладкие. Можно догадываться, сколько же здесь ходит туристов. Мы, конечно, встретили их на пути. Этот камень предложил два маршрута, и мы выбрали наиболее легкий, потому что очень жарко. Пойдем по легкой. Внизу водохранилище. Лена рассказала, что в каком-то году эта дамба была повреждена. Это была трагедия во Франции. Слава, как подъем? Прекрасен наш союз с Сен-Виктуаром. Где он? Он впереди. Мы там. Впереди. Горная лаванда. Запах невероятный. О, мы дошли. Сен-Виктуар, слава. Для меня это полная неожиданность. Никак не ожидал встретить такие постройки, такой уютный дворик. И совсем не ожидал увидеть там козлов. Такое ощущение, что это, что их кто-то кормит, что кто-то ухаживает. Навряд ли кто-то специально для них поднимается так высоко. Ну, пощиплет они травку. Ну, вполне мирные животные. Такие, такое ощущение, что они очень домашние. Долгожданная вода. Наверху вода, но там написано, что ее нельзя пить. Обливаться можно. Невероятное наслаждение окатить себя водой из бутылочки. Красота. Раз, два, три. Так, у нас есть с тобой... Все, что нам Бог послал. Все, а Бог послал им, как в Библии. Как в Библии. Три. Один, так, возьмем два тебя, один мне. Потому что я съел больше. Это у нас будет с тобой рюмка. Рюмка. Чарочка. Это у нас с тобой будет как бы вино.
А почему как бы? Ну, может, и превратилась в вино уже. Вот именно. Да, сейчас вот настоится. О! Хочу выпить, что мы сюда дошли. Спасибо тебе за этот чудесный поход. А я поздравляю с днем рождения. Откуда ты знала? Я же скрывал от всех. Я не праздную день рождения. Википедия наш твою друг. Мать. Google в помощь. О, теперь все знают. Да. С днем рождения, спасибо. Слава. Чтобы высот всегда достигали. Вот легко. Так же легко, с радостью, воодушевленной и полной грудью, полной счастья дышали. Ой. Вот этим свежим воздухом свободы. Свободы. За свободу, да. И за любовь. Ура! Спасибо, Леночка. Спасибо, Франции. Vive la France! Ура! А что здесь такое, Лена? Что это за помещение? Это малинная комната и, в принципе, такое уединенное эрмитажное здание. Вот оно начало строиться. И как шапель строилась, как часовенька. В 51-м году вот он. 1654-м Жан Убер здесь обосновался в уединенном месте. Такой-то Анаре Ламберт ему помогал строить. Он был меценатом. Строительство длилось с 1657 по 1671. Ну вот. А про козлов что здесь написано? Это услик. Ой, это услик. Да, это услик. Более 48 тысяч раз транспортных походов совершили на ослах, чтобы вот построить. Ой-ой-ой. 48 тысяч походов осликов. Здесь очаг. Можно сготовить себе еду. И, конечно, позаниматься йогою. И в 1880 году последний раз здесь было какое-то пристанище вот одинокого монаха. И восстанавливать стали с 1955 года. Угу. Есть вода. Ну, вода не питьевая как-то, почему-то. Да. Можно только плеснуть. Refreshing сделать. А здесь что? А здесь небольшой музейчик. А, видимо, да, осколочки каких-то, вот то, что нашли, то, что здесь было. Артефакты. Артефакты. Которую восстанавливают эту каменную стену, ограду такую огромную, сделают концерты и что еще? Какие-то митинги. А что вот это такое салве или сальве? Это, наверное, ящерицы. Если вы окажетесь в Провансе, и если вы любите импрессионистов, живопись Сезана, то очень рекомендую сходить на эту гору. Это занимает 4-5 часов туда и обратно. Вид потрясающий.